Здравствуйте, вы на канале «Правильный выбор». Сегодня расскажу про Mountfield MBMO-28GB. В описании под видео оставлю ссылки на магазины с лучшими ценами. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. После просмотра поделитесь вашим мнением в комментариях и поддержите канал лайками. Встраиваемая микроволновая печь выполнена из нержавеющей стали и оснащена высококачественным магнетроном производства Южной Кореи. Передняя панель черного цвета выполнена из закаленного стекла. Классическая ширина 60 см позволяет поместить ее в любой кухне. Внутренняя камера имеет объем 20 литров и сделана из нержавеющей стали, обладающей высоким показателем износостойкости. Внутри камеры установлены кварцевый гриль, вращающееся кольцо со стеклянным столиком и галогеновое освещение. С помощью LCD-дисплея удобно следить за временем приготовления, а также мощностью и режимом. Когда прибор не используется, дисплей отображает текущее время и может служить часами. При включении электроника позволяет выбрать время приготовления или разогрева, обычно максимум 95 минут. Затем, после активации всех режимов, на экране начинается обратный отсчет. Сенсорное управление располагается на передней панели, на дисплее отображаются все параметры готовки. Режим «Гриль» гарантирует прекрасные результаты приготовления блюд из мяса, птицы и рыбы. В комбинации с другими режимами помогает создать хрустящую корочку. Функция разморозки по весу существенно облегчает работу, больше не нужно гадать, сколько времени понадобится на размораживание разных видов блюд. Чтобы активировать эту функцию, нужно в настройках выбрать тип продукта и ввести его примерную массу. Для этого процесса применяется воздух, разогретый до 30 градусов. Для контроля процесса приготовления блюд и качественной очистки внутренних поверхностей предусмотрено освещение, которое включается автоматически при активации большинства режимов и при открытии дверцы. Звуковой сигнал сообщит вам о том, что блюдо разогрелось, а с помощью таймера можно поставить определенный интервал времени для той или иной программы. Функция «Таймер» позволяет комфортно настраивать процесс приготовления. С ее помощью, например, можно настроить автоматическое отключение по истечению установленного времени. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. Марка и покрытие на панели управления. Кнопка открывания дверцы очень тугая. Кнопочное управление непонятное. Дорого для микроволновки. Теперь перейдем к положительным. Отличная микроволновка. Бесшумная. Подогревает качественно и быстро. Красивый дизайн. Мощность нагрева. Тишина работы. Внутреннее покрытие из нержавейки и светлое. Кнопки-сенсоры работают отлично. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. В комментариях делитесь мнением и не забывайте ставить лайки. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».